Всем привет, вы на канале 7 Games, я продолжаю играть в игру Mortal Kombat X, и сегодня, конечно же, у нас испытание на Люкана. Испытание на Люкана. Перед тем, как начинать испытание на Люкана, легкое испытание, я его пройду довольно быстро, потому что, сами понимаете, легкое испытание пройти можно легко, выбрав самого сильного персонажа и так далее, но я постараюсь этого не делать. И перед тем, как, конечно же, перейти к испытанию, я хотел бы перейти в магазин и... В общем-то, помните, в предыдущей серии я говорил о том, что хочу приобрести Эрона Блэка. Он стоил всего лишь, самый дорогой перс практически, 355 душ. Но потом я подумал, если я прокачаю Люкана и выиграю его два раза, а он у меня уже станет второй элиты, то при этом, докупив еще одного Люкана, это уже будет третья элита. Поэтому, ребят, скажите, если у кого есть Люкан третьей элиты, насколько он хорош? Либо был когда-нибудь Люкан 3 элит, а уже 4, 5, 6 какой-нибудь, то насколько он хорош на 3 элите? Я бы тогда реально приобрел Люкан, и у меня бы был наконец-таки какой-нибудь мощный золотой перс, с которым бы мы играли так же, как и Кенши, и это было бы довольно круто. Что ж, ну а так как я пока что ничего не приобретал, и пока я думаю, что приобретать, мы сыграем Кун Лао, Скорпионом и Диорой. Против Диоры, Куан Чи и Кун Лао. Почему подборка именно таких персов? Да потому что мне как-то хотелось какого-то разнообразия. Надоело немножко играть Кенши, которого я выпускаю довольно часто, имеется в виду, вот в таких вот испытаниях. Сейчас мы попробуем сыграть командой, которая, по сути, еще не настолько сильна, насколько кажется, но уже какие-то задатки есть в прокачке и так далее. Поэтому будем смотреть, что получится. Я думаю, что получится многое, потому что вы посмотрите, как Кун Лао, смотрите, он просто разносит всех персов. Сейчас смотрите, супер удар, блин, хреновенький супер удар вышел, но ладно, ничего страшного, вот так получает, отлично. У мастера из Шаолиня вырвали что-то. А кто он там? Блин, из-за этого солнца ни хрена не видно. Успокойся. А, это что же, блин, Кун Лао? Что-то я туплю. Это же дедушка Кун Лао, а это внук Кун Лао. Я не знаю, либо это два разных Кун Лао. Так, ты куда исчез? А, вот и Девора появилась. Блин. Кун Лао, давай, жми этих персов. Отлично, отлично. Чернокнижник Куан Чи выскочил. Лысенький. Так, замечательно. Давай. 50-55%. Ух, как сколько урона было нанесено. Давай. Нет, все, прикончили, наверное. Так, живой. Блин, нет, не живой. Ну, можем Диворой, конечно, посражаться, потому что Скорпиона я поставил так, чтобы был, потому что, ну, блин, сами понимаете, можно шеслить в любом случае, поэтому Скорпион тогда нам поможет. Хотя нет, Дивора, ты еще слишком мелкая сошка для того, чтобы сражаться против Кун Лао, мастера из Шаолиня. Вот так вот, отлично. Ну и дальше Скорпион добивает Куан Чи, на 50% мы можем остановиться, потому что победа. Потому что победа, ребят. Отлично. Вот так и надо сражаться и дальше. Потому что реально все работает шикарно. Так, что-то звук, возможно, хреново слышно был, потому что я его забыл на полную катушку врубить. Но ладно, зато следующий бой будет более интересный, наверное. Рейден, Кассикейдж и Каталькан. Кстати, мне писали, что Каталькан — это совсем два разных персонажа. Бог Солнца там и еще какой-то второй, я уже забыл. Я это знаю, это было что-то вроде, я не знаю, прикола, когда я сказал, что у них просто разные костюмы, а на самом деле это два одинаковых персонажа. Нет, я в курсах, что у них две разные способности, я был об этом в курсе, просто решил что-то другое сказать вместо двух способностей, потому что это и так, наверное, все знают. Отлично, Кун Лао, молодец, фокус со шляпой, замечательно, сейчас Рейдена прикончим. Кстати, я еще, возможно, Рейдена приобрету, но за монеты, не за души. Тоже вот не знаю, что с монетами делать, потому что мне кажется, вот именно на этом испытании я с монетами поднимусь очень сильно, так как мне их уже немало, там около 200 тысяч. Кто-то подумает, что сейчас, ах, накрутил или что-нибудь в этом роде. Нет, ребят, проходите испытания, у вас столько же будет. Так, поэтому на этот счет не знаю, что с монетами пока делать. Тоже подумаю. Может, кстати, так как не будет паков за души, и я приобрету все-таки другого перса, то я открою паки за монеты. Тоже, думаю, интересно будет посмотреть, что за персы повыпадает. Возможно, что-нибудь такое интересное выпадет, и будет круто. Смотрите, 100% почти набил. Отлично.
О, Рейден, привет, пока. Так, и Кэсси Кейдж остается. Спецагент, блин. Когда она уже стала спецагентом? Блин, еще лет 20 от силы уже спецагент. Пошла он отсюда. Получай пятюню от Скорпиона. Ну там реально так выглядело. Ну ладно, неважно. 185 900 монет и 325 душ. Замечательно. И вот он, последний бой против Люкана. Люкана второй элиты 30 уровня. В общем, ерунда на самом деле. Я просто не услышал, кстати, что планшет там пищать начал. Но это не важно. И это бой против Люкана. Довольно легко. Все будет очень легко, потому что я оставил три последних боя для того, чтобы вам их показать на легком уровне. Все-таки на легком уровне вы сами понимаете, что смотреть особо что-то, ну, нет какого-то настроя. И, кстати, я хотел бы сказать, что еще мне понравилось в прохождении испытания Люкана, это то, что первое испытание, которое выходило уже, наверное, месяца три назад, а может и больше, оно, если честно, набрало, я не помню сколько, но около 30 тысяч просмотров. Видимо, все любят Люкана, потому что это, по-моему, самое просматриваемое испытание было из всех. Ну, имеется в виду на Люкана. Ну да, Девора, ты, конечно, здесь поможешь очень сильно, если, конечно, использовать свой суперудар. Первого уровня, блин. Все перечислил. Ну и, конечно, здесь на добивание участвовал Кун Лао. Он взял свой шапкой. Разрезал череп напополам. В общем, что ж, мы побеждаем, получаем 50 душ, и у меня на данный момент уже хватает на любого, по-моему, на любого персонажа, кроме Sony Blade Холодная Война. У нее там, по-моему, дороже 370, либо 377 душ, я не помню. Но, тем временем, огненные кулаки Кун Лао становятся у меня... Блин, а вот это, конечно, проблема. Я не думал то, что дадут только одного. Я думал, еще будет сложное испытание. Ребят, нет. Как сложно осознавать то, что у тебя нет. Ну тогда все, тогда в принципе без проблем. Тогда не надо мне уже ничего советовать. Ребят, все и так, все предельно ясно. Все предельно ясно. Подождите, я еще раз проверю, чтобы не тупануть на всякий случай. Нет, не появилось сложного испытания, есть только это. А, кстати, тот, кто спрашивал, почему на Люкана вышло, а не на Кенши, я еще помню с Injustice, разработчики делают таким образом, когда они не успевают что-то подготовить, например, новые испытания, новую обнову, они делают что-то по типу того, что на 5-4 дня выбрасывают какое-нибудь испытание на уже старого персонажа. На уже старого персонажа, чтобы кто-нибудь мог его выиграть. То же самое и сейчас приключилось. Вы помните, почему в Injustice вот довольно большой промежуток времени выходили старые испытания, скажем так? Это потому, что они делали новую обнову. Сейчас что-то типа того. Либо будет новое обновление в игре, либо просто они не успевали сделать испытания на нового персонажа, Кенши Ронин или кто там был. И, в общем-то, сейчас, вот после Люкана, скорее всего, и выйдет тот самый персонаж, которого многие так долго ждали. Ну и да, как вы видите, сложного испытания нету, значит, мы делаем все таким вот образом, что выбираем Эрона Блэка, ну и, конечно же, я его прокачиваю. Давай. Отлично. 10к жизни и 8000 атака. Это просто бомба. Он еще у меня пока что 20 уровня, но я уверен на 100%, что в скором времени этот персонаж себя покажет на все 100%. Но у меня есть еще 187 тысяч, которым я не знаю, что делать. Либо Рейден, либо я просто потрачу его на покопининг. И их на покопининг. Пока что не знаю. Мне первоначально вообще планировалось Кану приобрести, вроде неплохо было бы. Но потом я подумал, что скорее всего либо Рейден, либо Паки. Ну, это уже будет мое решение. Если выйдет покопинг, знаете, этот покопинг будет на 6 паков по 30 тысяч монет. Что ж, на этом все тогда. На этом все. Как бы еще 2 дня остается до конца испытания. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока.